Всем привет, с вами Давуд, и сегодня мы возвращаемся в мир Rust и совершенно новая система ХП. Значит, вы повышаете уровень по мере того, что вы делаете в игре, и это включает в себя все, буквально все. Как видите, внизу слева показаны индикаторы, у меня уровень 19, а ХП у меня 109. Значит, ХП тут как работает, они добавляются быстрее гораздо, чем ваш уровень. По мере того, как вы повышаете уровень, у вас повышается, а вам открываются новые билды, то есть вы можете новые предметы крафтить, прошу прощения. Но они стоят, помимо того, что с каждым уровнем открываются новые предметы, они еще стоят вот эти XP. То есть вам придется выбирать осмысленно, что вы хотите крафтить, что вы будете пользоваться, чем вы будете пользоваться, чем вы не будете пользоваться. Я играю на очень популярном сервере, где лимит 120 человек, и российский сервер, хотя я из Америки играю. Мне показалось, что так будет интереснее для вас. По мере того, вы знаете, это большие изменения для Rust. Больше никаких research table'ов нету. Больше никаких блупринтов вы не находите, чертежей никаких нет. Все вы сами открываете. И это большой-большой плюс игрокам, которые в одиночку играют, такие как я, например. Вот у меня 11 левел, у меня уже, как видите, многие предметы открыты. И, как видите, вот в оружиях нет, многие предметы не открыты одновременно. Например, этот дерьмовый шотган, самый первый, я не стал даже открывать. Он стоит 9 XP. Видите, у меня их 109. Если я буду открывать и ока пистол, и шотган такой говенный, и каменный, и спира, это будет уже сколько? 14, больше 20. 22 XP я только потрачу на это. А посмотрите, сколько... Вот, у меня 86 предметов закрыто. Посмотрите, сколько их тут. Я 19 уровня. По-моему, сейчас левел кап на 75 уровне. И я много часов... Ну, не совсем много, но вчера был этот апдейт. Большой апдейт. И я со вчерашнего дня начал играть. Смог все-таки после многих мучительных попыток построить сам себе дом. И у меня такое ощущение, что кто-то снаружи с автоматом бегает. Не ощущение, я видел у этого человека. Я хочу построить стену вокруг своего дома. Этот человек бегал с автоматом, голый, и я был с луком. Но сейчас только что я скрафтил Томпсон. Видите, он там стоит. Да, он не рассчитал свои силы, как... Вы, наверное, заметили. Он думал, что я выбегу, и он меня убьет. И сможет занять мой дом. Но братишка не рассчитался. А я, по-моему, тоже не рассчитался. У него калаш. Калаш намного сильнее, чем Томпсон. И намного... У меня калаша даже нету. Но я думаю, что у него бомбы и так далее нету. Я додумался оставить большинство своих ресурсов. Точнее, все ресурсы я оставил в доме. Единственное, что он заберет с меня, это будет... Тут автомат. Да, и вы слышите снаружи, там они друг за дружкой уже... С дружкой они борются. Я думаю, что кемперить у меня собирается, да, я так понимаю. Будет немножко сложно мне строиться, когда такой уродец прямо под боком у меня, да? Придется перезаходить, когда народу будет меньше. Потому что сейчас вылезать — это полное самоубийство. Ну, тем временем я могу вам показать, что вот буквально вы бегаете по карте, и у вас добавляется XP. Видите, меня убили, и мне добавили XP. Я попал в него несколько раз, просто у него был калаш, у меня был Томпсон. Не совсем равные силы, так скажем, да? Ну, вы видите, вот еще показывается желтым, что в следующем уровне у вас откроется вот такой... У меня огнемет откроется. И гранаты. То есть... доступные, закрытые предметы и предметы, которые откроются на следующем уровне, на 20 уровне. Еще что добавили? Ну,
все остальное такие мелочи вроде бы. Но эта система, опять-таки, меня очень радует, потому что, слышите, боевка идет целая снаружи. Потому что меня очень это радует, потому что она говорит о том, что сейчас вы в одиночку, хотя и очень сложно, но сможете играть нормально. И не будет никаких школьников, которые... Я беру это назад. Вон там школьников слышно сейчас снаружи. Там с пистолетами, с автоматами. Месяца в очечник прямо за мою... мои 10 квадратных метров. Ну что ж, ребята, я вернусь, когда, наверное, народу будет поменьше. Потому что сейчас, опять-таки, к сожалению, очень популярный сервер. То есть в этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Но я не смогу ничего сделать, если я выйду сейчас на улицу. Я просто отдам свой топор и кирку. Всем спасибо, с вами был Давуд, я очень рад этому обновлению, я очень хочу эту игру играть. Если вы хотите поиграть со мной, то пишите мне в личку, оставляйте комментарии. Если вы хотите чего-то особенного увидеть в видео, тоже пишите. Всем спасибо, пока.